В Тверской области восстанавливается потребительское кредитование. Об этом говорят данные регионального отделения Центробанка. Как отмечают в ведомстве, люди стали брать займы на самые разные цели. О динамике процесса в нашем следующем материале выпуска. Более чем на 50 миллиардов рублей набрали кредитов жители Тверской области в первом полугодии. Всего же общая сумма займов, которые сделали частные лица Верхневолжи, составляет на данный момент более 186 миллиардов. Особенно к началу лета выросли объемы ипотеки. Жителям было выдано 1,5 миллиарда рублей заемных средств на покупку жилья. Ну что практически в два раза больше, чем месяцев ранее. Если смотреть за полгода, то наши сограждане получили почти 12,2 миллиарда рублей на покупку жилья. Что касается остального, то очень часто люди берут деньги в долг у коммерческих банков на проведение ремонта жилья. Еще одним массовым сегментом является использование кредитных карт. В целом же в Центробанке считают, что в Тверской области наблюдается позитивная тенденция благодаря целому ряду шагов, предпринятых как на федеральном, так и на региональном уровне. Первое – укрепление рубля, восстановление способности, платежеспособности наших граждан и поднятие объемов кредитования, поднятие объемов строительства. Все это говорит о том, что экономика страны выдержала санкционный удар, в том числе и благодаря вовремя разработанным и запущенным программам по кредитованию.